Пинске начали капитальный ремонт жилых домов. В этом году запланировано отремонтировать 20 объектов, что на 9 больше, чем в 2019-м. Согласно графику, должны начать и закончить капитальный ремонт 19 жилых домов. Также ведут в эксплуатацию один дом на улице Машковского, где работы ведутся с июня 2018-го. На эти цели из городского бюджета выделено 3 миллиона 850 тысяч рублей. Что на 5% больше, чем было выделено в прошлом году. Кроме того, планируется привлечь около 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это отчисление граждан на капитальный ремонт. То, что мы с вами платим через жировки. Более 67 тысяч квадратных метров. Такова общая площадь жилфонда, подлежащая ремонту в этом году. В частности, полностью обновят 5 жилых домов на улице Первомайской, 2 на улице Солнечной, ИПД и других. Кроме того, комплексный ремонт коснется и 2 общежитий – на улице Студенческой, 7А и Федотова, 34. Мы планируем сделать максимальное количество видов работ, необходимых для того, чтобы этот дом привести в нормальное состояние техническое. В основном это капитальный ремонт кровель, ремонт фасадов, замена инженерных сетей, замена светильников, восстановление отмостки и так далее. В план капитального ремонта включены многоэтажные дома, построенные минимум 29, максимум 103 года назад. В резерве находится еще 13 объектов. Как пояснили в отделе капитального ремонта, некоторые из них, возможно, начнут комплексно ремонтировать в 2020-м, при условии, что на конец года останутся свободные денежные средства. Информацию о том, попал ли ваш дом в план капитального ремонта на 2020 год, либо в перспективную программу до 2023 года, можно увидеть на сайте Пинского горисполкома, либо на сайте ЖРЭО города Пинска, а также по телефону отдела капитального ремонта ЖРЭО города Пинска 63 31 56.